В Одесі пройшов чемпіонат України з комбат-самозахисту і СОТА, чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» з комбат-самозахисту. Змагання відбулися за підтримки народного депутата України Сергія Ківалова. Сегодня мы в Одессе принимаем чемпионат Украины по комбо-самозащите ICO и чемпионат физкультурно-спортивного общества «Спартак». Этот чемпионат проходит при поддержке, в частности, благотворительного фонда Сергея Васильевича Кивалова, юридической академии, которые нам всегда помогают. И находится рядом много-много спортом. Позиция национального университета, руководства народного депутата Сергея Васильевича Кивалова такова, что в здоровом теле здоровый дух. Вот такое отношение к спорту Сергей Васильевич прививает всем нам, сотрудникам университета, всем студентам. И мы стараемся все делать для того, чтобы и на городском уровне, и на национальном уровне проводились мероприятия, которые будут воспитывать здоровую, прекрасную, мыслящую, разумную молодежь. За можливість стати учасником чемпіонату світу, який відбудеться у жовтні, змагались більше, ніж 300 учасників із 17 областей України. Діти різного віку, а також дорослі. Соревнования для спортсменов – это всегда праздник. Мы стараемся участвовать на каждых соревнованиях, не пропускаем. Соревнования очень хорошего уровня. И ребята приезжали с разных областей, и все хотят быть первыми. И есть желание в глазах у молодежи, у взрослых. Вот. То есть стремимся, доказываем и растем над собой. Мне нравится, потому что я очень люблю этим заниматься. Люблю заниматься из-за того, что меня раньше обижали в школе, я пришел на эту тренировку. И знаю приемы, как биться нормально, как кидать, как еще проходы в ноги делать, как потечки еще знаю. Ну и всякое такое прочее. У нас все виды боев смешанные. То есть нас и обучают, что делать, если против тебя левша, правша, если против тебя тайский боксер, боксер, там, каратист. И нас обучают этому и бороться учат. Это очень хорошо. Так как сейчас прогресс идет в плохую сторону, тебя просто могут... Идешь по улице, и на тебя кто-то напал, чтобы уметь за себя постоять. И я хожу, занимаюсь, планирую, конечно, должен быть в следующем году чемпионат Европы, я планирую на него поехать. Комбат-самозахист ідеально підходить для освоєння навичок самооборони, особистої безпеки та спортивного вдосконалення. Правила комбат-самозахисту дають можливість підготувати спортсменів, команди та групи, які в майбутньому зможуть виконувати бойові завдання у складі Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Комбат-самозащита ICO – це окремий вид спорту. Він входить в состав неолімпійських видів спорту. В його... В структуре присутствуют разные разделы. То есть разделы, которые проводятся на ринге, есть разделы, которые проводятся на татамі, есть разделы, которые проводятся в клетке, в октагоне или на борцовском ковре. Зазначимо, що в Україні комбат-самозахист ISO представляє 15 розділів єдиноборств в легкому, посиленому та повному контакті. Різноманіття розділів для проведення боїв дає змогу зустрічатися на татамі та рингу із спортсменами, військовим і співробітникам правоохоронних органів.